Алло, мастер Вася уже позвал. Только куда-то пропал в итоге. Так, а что-то нет никакой информации, будет ли кто-нибудь стримить вес корейский вообще, вот эту квалификацию или нет завтра. Вообще не вижу ничего по этому поводу, ребят. Если какая-то инфа у кого-то есть, то сообщите как бы мне. Ну что, поехали. CMX Liquid Harrios против Мастер Васи у нас бьется здесь. Юниорская лига, ребят, как вы видите. Вот, ну сейчас посмотрим, что к чему. Так, я сейчас анонс новый пильнул. Че он не пришел мне? Я не знаю, почему анонс не пришел, ребят, без понятия. Но почему-то не пришел. Еще рано, может быть, не знаю. Так, Liquid Harrios, вы видите, что делает. Не знаю, зачем он пул здесь с самого края ставит, ведь пул крип не распространяет вниз. И его подрезать можно с лоу-граундом. Особенно, если какой-нибудь прессинг с танками будет, всякие ситуации бывают, да? Ну, вот так вот он здание ставит. То есть это газ-пул с мейна, и потом только вторая хата здесь у нас. Здесь у нас варак играет, тиранчик. Барак газ, то есть это рипер будет, судя по всему, вот мастер Вася. Улучшение завершено. Готов.
Так, в это время я наблюдаю следующую картину. Риппер летит вперед, его ждут 4 линга. Попытка окружить, не, ничего не получается. Мастер Вася достаточно внимательно. ПМ какой глянем. Хрена там по 260 у каждого вообще. Дикие бойцы просто, дикие бойцы. Риппером мастер Вася лингов разваливает. Одного развалил, второго тоже не отпустит. Надо только что-то атаковать более интересное здесь, а не за собаками гоняться. Хотя не за собаками, в смысле не пахать взгляд. Собак-то можно атаковать. Какой-то профит здесь есть. Три роуча заказано. Мув делает 100 реваджера линга. Уж с мувом, судя по всему. Еще мув только через 7 секунд будет готов. Понервничал зерп, что-то лингов на заказывал. Мастер Вася не уходит и теряет рипера просто на ровном месте сейчас. Неприятный момент. И сейчас роуч вперед еще пойдет, что самое интересное. А тут танчиков никаких нету. Здесь выход стимпак, между прочим, идет. Так, чикен айдол. Трейдом велико закрыл, конечно, вопрос. Здесь старый еще вопрос. Конечно. Вот у меня уже новый. У меня уже новый вопрос. Потому что люди просят, пили, пили, Серега, по приколу что-нибудь. Пусть будет. Ну и пусть будет, почему нет. Трейдом велико все, теперь осталось грейдануть его и плед купить. Какой-нибудь нормальный на диван, чтобы Чарли не спал. Кайфовал своей шерстяным туловищем своим. Бах! Минка по своим же марикам делает залп. Надо минусовать минку сейчас. Куда она пошел? Ну, депошку, ты куда пуляешь-то, Билли? Ты куда стреляешь? У тебя сбилась мушка, братан. Заходит сюда, в общем-то, Ликвид Хариус. Это 1-0. Его пользу, это очевидно, да, как бы, потому что, ну, здесь не отбить уже мастер Васи ничего, естественно. Линги все новую бегут. Сейчас Минка залп делает, и опять по своим марикам фактически она залп делает. Так и не видит, короче, Хариус, Ликвид, куда. Где Минка, точнее, он что-то упорно не хочет убить, а надо бы было бы. Мастер Вася что-то сдаваться не хочет. Ну, две минуты сейчас будут, а дальше-то что? Больно минки бомбят очень, но, тем не менее, здесь все очевидно, что это бюргенчик. Чарли, ты что разбушевался? Скажи мне, пожалуйста. Успокойся. Так, что-то я две игры сегодня проиграл, а все равно где-то тут на дне. Я думал, уже выкинули из мастер-лиги. Ни хрена, из гранд-мастера точнее. Надо еще пару сыграть, может успеть будет. Что за логотип, не понял. А, Старлайновский? Ну, могу поставить, да, в принципе, почему бы и нет. Только поддерживайте мой канал, естественно, и данный турнир тоже. Кто там ходит-то? Дайте-ка гляну. Опять тоник, что ли? Балки.
Как мяукаешь, как мухаешь. А, ну да, там две хаски ходят, играют. Которых Чарлик боится, почему-то как огня хаски именно, он почему-то боится. Так, а почему бы два-то нельзя поставить? Короче, поставлю бу 3, бу 2 нельзя поставить по вот этой теме. Хаски этих видит, Чарлика хвост стал так пик, под жопу поджимается, ну типа боится сильно. Хотя вот как-то шел, там одна девочка была с хозяйкой, я его подвел, он прям познакомился такой. Нормально все. А вид их видит на вид, как бы просто паническая у него какая-то тема начинается. Я думал, может, что тут пудель ненавистный ему. Такой есть пудель, который Чарлику ничего не сделал, но он его вообще ненавидит почему-то. Лает. Ведет себя дико. Я знаю, что такое бот двоюр. За меня не беспокойся. Чарлик зевает, вот так. Заразил меня, блин. Даешь ты, а? Чарлик без R. Это ты без R, а Чарлик с R. Так, прилетает мастер Вася. Не туда полетел вообще. Найдет в третьей попытке только оппонента. А здесь-то что? Здесь рабочие строятся. Все правильно, в группу по 2 это нормально. Да никто его не пугал, когда он щенком был, он с хаски играл вообще. По какой-то причине, генетическая боязнь, видимо, не знаю. А у дедушки в деревне лайки вообще не боится. Его. Еще я его как глажу недавно, ну там, ездил последний раз, когда он на охоту ходил, точнее, мужики там ходили, брали собак, там, и его как бы... Побегать он там задрал лапу, ходил на одной лайк, ну, между пальцами порвал только палки. Вот. Я его мазью мазал, там он завалился, такой тоже прикольный лайок. Чарлик лезет, его кусается такой, там рычит весь, его ревнует, короче, типа. Я его пришлось с ноги вшатать, такой он маленький, но мощно лез, короче. Когда в ноги, с ноги ему вшатал, он понял, короче, что не надо на лайку свою братскую нападать, потому что лайка вообще башку ему откусит в секунду просто и все. Он понимает, не дурак, что нельзя этого делать. Так, реперкум здесь мастер Вась пытается прохарасить, прилетел, ничего пока не прохарасил, кто-нибудь что-нибудь потерял вообще? На отмене 18 потерял минералов. У нас зер. Да, в доме живу, в девятиэтажном я, в кирпичном. Так, Лату Р, ты просто, твой мозг не воспринимает Р, понимаешь, как бы, ну,
Он слабенький какой-то. Все нормально, я говорю. Так. Какой-то беллинг-бас, что ли, намечается? Чуть не понимаю. Дома есть беллинги, здесь что-то маслингов понабежало. А что, зачем они сюда вообще придут? Да, беллингов 12 штук. А нахрен-то те беллинги вообще дома-то остались? От дропа? Ну ты улынешь, это. От каких дропов там они вообще? Ладно, шучу, Никс. Давай, короче, ждем беллинг-баста. Беллинг-баст пока не начинается. На третий рабочий уже появляются. Немножечко рабочих. Так, мастер Вась вперед сломился. Спалился здесь, спалился. Ликвид Хариус, мастер Вася был внимателен очень. Отошел. Так. Так, ну что, контрбалинбаст-то будет? Да, будет, судя по всему, контрбалинбаст. Марик падает, бункер падает. Да Бейнов на хайграунд веди, куда ты поломился-то? Ёпти, Бейнов рабов врезал, вообще непонятно зачем. Инги бы тап с рабочими справились, так бы зашел сейчас на КД, взорвал бы, все было бы неплохо. Мастер Вася тем временем пробивает третью хату здесь, идет к оппоненту. Танчик один, так, один сложил, потому что третьего медивака не было в какой-то момент. Так, ГГ пишет Хариус, Ликвид, сейчас маму пойду открою, как раз чаликом гулять пойдет. Ну что, кто еще будет биться-то тут у нас? Интересно мне. Не понял. Зачем америкосы стали вместо медик кричать, ибо популярная актриса стремяю. Еще за актриса. Да, вот этот логотип лишний, кунг-фу кап надо убрать. Юра все пыхтит. Так, мастер Вася к себе инвайтит, ну что ж, отлично.
Игра приостановлена. Игра возобновлена. Что такое гипсокартон? Ты что, поколение дурачок, что ли, или что? Гипсокартон – это гипсокартон. Это, ну, если ты, короче, играешь не очень, живешь на свалке, и тебе просто дико повезло, что туда привезли строительный мусор, и там оказался он. Ты строишь из себе, для себя убежище для него. Такая вот задача. Догадайся, кто, как ты играешь тогда. Например, ну не ты конкретно, а что в принципе говорю. Вот. Так, понял, мистер Китти Хок. Хитрожопые японцы. Привет, Михаил, 134. Ну, они где-то здесь играют, Милки, Као, Милки, Милка. Вот, но где они играют, я не знаю. Ну что, мастер Вася Вейв у нас бьется. Ну, Вейв, в общем-то, не пытается играть, в общем, агрессивно, как предыдущий оппонент, мастер Вася. Вейв играет в третью хату достаточно ранее. Вот Крип пошел, Эволюшн, то есть грейды будут. То есть Томас Королева, я так понимаю, Линги, может быть, Беллинтнест, не знаю. Не, это уже не поколение, а Пепси. Камни мастер Вася на всякий случай пробил пока двошку. Ну, ё-моё, мастер Вася, ты чё, блин, у тебя там это, прораб, что ли, забухал или чё, уехал он куда? Что происходит вот это вот? Это что за стенка такая?
Для кого она вообще? Зачем? Здесь вон проход есть. Просто нужно депошку дальше поставить. Вот здесь точно проход есть. Здесь третья цешка. Дропчик 18 мариков. Здесь есть вы, чем встретить все это дело. Так, прогнал медиваки. Один чуть не погиб. Один-один грейды сейчас будут. Беллинг Нес доделываются. Лейер доделываются. Че, Беллинг Баш пошел? Я еще не понял. Похоже на Беллинг Баст от Вэйва, да. 2-2 при этом он заказывает. На третью прибегает. Здесь ни хрена нет вообще. Мотится 10 бейнов сейчас. В хитром месте начал делать Беллинг-баст. В итоге, что тиран все спалил вообще. Просто-напросто. Королева идут вперед. Беллинги отменяются. Что ты делаешь вообще? Куда ты побежал? Зачем ты, королевы сюда идут? Передумал. Спалился и передал. Ну, бывает, бывает. Не, ну так, с одной стороны, верно, он уже не видел, что там происходит. Но передумывать в таких ситуациях, это, ну, под катастрофа. Просто не надо ну, так вот хитро делать. Просто здесь заморфился бы, и все. То есть не надо было... Сам себя перехитрил, решил подальше где-то заморфиться. В итоге в таком месте, где спалили все. Не знаю, что Юр делать, решайте сами, как бы, ну... Если игроки, то надо спрашивать оппонентов. Если оппоненты, как бы, готовы простить, то почему нет? Мы ж не буржуи тупые, как бы, мы люди все входим... Ну, они тоже люди, но мы входим в положение, как бы, да? Ну, а если не готовы простить, то тогда... вот эта стенка, вот эта стенка, к чему привела в итоге, смотрите, ребят. Так, аж теху сдавать. Так, здесь линги королевы, 20 бейнов морфит сейчас. Вейв, мастер Вася давит. Вейв не готов бейлингами стячку, королев очень много трансфьюзов. В это время линги в контрзабегании здесь стеночку подгрызают не слабо. Приходит линга бейнинги, падает этот либератор. Так, по королевам там залп. Надо на минку сваливать сейчас. Чтобы пытается сделать мастер Вася. Жесткие залпки ж проходят. Надо улететь хоть чем-то отсюда. Хоть чем-то мастер Вася улетел. Здесь горем пополам тоже отбился. Здесь линк. Грызатель зданий просто. Всю стенку сгрызли линги. Игра приостановлена. Паузу мастер Вась пост. Вот ошибка. Вот этих наоборот в тыл надо выгружать. Они же все красные. То есть, если бы они были зеленые, да, под бейнов их круто было выгрузить, потому что они бы выгодно засплечены были на муве дропа медивака, да, как бы, а учитывая их хп, просто зерк может лингами их сгрызть там буквально за секунду всех.
Так, минуту просит мастер Вася, что-то там случилось. Все, мастер вернулся. Вася, ждем. Так, убегает зерк. Беллингов-то может отменить. Меняет беллингов мастер Вася некоторое количество. 127 студий. Здесь какое-то гигантское просто количество ресурсов скопилось. Но если успеет зерк просто ультралов заказать, сейчас побольше оверов ему надо запилить. И на вот штучек 5 бы, 6 бы. Не сразу ультралисков, у него все нормально. Вообще ресурсов просто гигантское количество, конечно. Так, приходит мастер Вася, принимает луч, там от Линга поворачивает. Блин, где-то сзади бегают. Мастер Вася пока еще не брал в этом матче ни одной карты. Давит мастер Вася жестко. Даже 4 ультрала могут не спасти здесь оппонента его. Трансфьюзов на королев не наблюдается. Сейчас только трансфьюзы пошли. Да куда ты бежишь-то, зерк, постоянно, блин?
нельзя все время отступать. Сейчас 4 ультрала будут. С трансюзами надо будет. С ультралами и трансюзами надо драться. Ультрал мягкий очень. Мягонький. Все, ультралы вышли. Мастер Вася уходит. Но Зерк держал, это главное. Нету еще уникального армура под полонюсь. Под полонюсь. Вейлу надо аккуратнее быть сейчас. Так, не, ну у Васи тут либераторы, у Васи старпортов много доделывается, прям смотрю. Две штучки. То есть и третья атака, по идее, как бы к ультралам он более-менее готов. Наглая четвертая цесочка орбиталка, то есть одно забегание и все. Зерк рабочий строит. ГС-45. Боже, Сергей, поздравляю тебя, денег нет, ну. Так, выкинул. Чё тут говорить, спасибо, что так бы кинул. Вот. У кого есть, тот может когда-нибудь кинет. Так что поддерживайте меня и мой канал, отблоки отключайте. На премиум подписывайтесь, ребят, ну и по реквизитам в описании через плеер поддерживайте, кто будет давить на Starline лиге. Я не знаю, кто будет давить на Starline лиге. Или ты намекаешь, что ты крутой очень, что ли? Так, перевел тут вайп рабочих. Четвертый восстанавливает. Тут уже пятая получается база. Сейчас четвертую дублирует. Здесь хата отменена, ничего не сделать. Четыре мародера на мэне что-то там отменили. Они спили или что там было, я не понял даже. Здесь ультрал пришел, одного мародера срубил. Здесь дроп тоже отбит. Улетает, короче, 200 мастер Васи, у Зерга 160. И вот сейчас Зерг тянет время. Вот он пока, он мог реализовать ультралов сейчас просто замечательно своих. Нечем контрить тирану было, но... Он сидел и дождался, пока здесь просто ад какой-то, минки. Кстати, мастер Вася массится-то очень неплохо, смотрю, и быстро достался. Карапторы полетели. Какими карапторами дерется сейчас, чуть не понял мастер Вася. Здесь... Ой, как минки жахнули, минус все БНы просто, минус все БНы просто, ребята. Либератор раскладывает, сейчас пью-пью, по ультралам будет больно, но ультралов что-то слишком много. Мастер Вася уже меньше, я говорю, вот лимит зерговский, не может мастер Вася справиться, расконтролить все это дело. На мую нечего бегать, сливаться просто на мую. Так, либераторы новые раскладываются. Ну, карапторы пусть очень быстро сливают. От карапторов не прикрыть ультралов никак, либераторы все падают, 105-150. Все-таки зерк разломал, но вот это называется тиран 200-160 проигрывает, даже 150 в какой-то момент было. Почему? Потому что кривая позиция, либераторы не разложены, по факту разложить не успевает, контроля на кайтинг не хватает, дома оборона тоже не выстроена нормальная. Ты еще на четвертую не наломился лингами, там орбиталка. И вот это приводит к поражению все.
Васян вообще топовый. Что-то Зерк не согласен. Ультралы. Прохладненько. Давай, ребят. Одену кафтан сейчас. Жду инвайта. Что, не заинвайтили, что ли? Так, что там происходит-то? Thank you.
Так, залился вот, что-то тянули мастер Вася с Вейвом. Поехали, короче, это Будва, ребят. Вейв против мастер Васи. Наконец вторая игра начинается. Я не знаю, что-то Юра пока там не обновляет нифига. А, не, уже что-то обновил. Так, не рази, мне пришел ему техлуз, короче. А вот Вейв Мастер Васи играет. Милка Вейв еще должен. Милка Эшбрингер, Люцифер Харю. Так. Милку Вейва надо посмотреть, может быть, потом. И закругляться уже, ребята, закругляться на сегодня. Так, три барака Рипера от Мастер Васи. Ну, это интересно очень, конечно же. Надо бункер вот здесь пилить тогда. Либо, кстати, можно даже вот здесь. Потому что риперы вот с этого направления будут пролетать и вот сюда вот запрыгивать. И здесь у них будет, в общем-то, свой этот летний лагерь в виде бункера. Остановка, точнее. Ночлежка. Где они будут лечиться наркотиками своими, которые прибавляют хп. КСМ-ка падает. Так, ну тут попытался отменить, в общем-то, спорку, ничего не получилось. Плюс еще три рипера летят сейчас. Второго наблюдает Вейв прекрасно. Здесь еще два прилетают, еще три строятся сейчас. Не помню, саплай-блок у Васи был или что? Что-то поздно, второй, третий и четвертый прилетели, но все вместе уже. Как-то хитро у него все это здесь происходит. Гранаты под плетку кидаются. Королева пытается развести здесь мастер Вася. Так, просто королеву не развести. Ну, гранатки кидай. Гранатки кидает, плетку заново заказывает. Нужно контролить лучше. Затупил мастер Вася, что-то наотдавался здесь. Риперы под ударом оказываются. Контроль какой-то момент тоже практически отсутствовал. В итоге завис мастер Вася на риперах. И если сейчас вот он этих отдаст, то все, это катастрофа для него. Ну, гранатами неплохо подрывает. Смотрите, как Лингов. Бух, хорошо, граната бомбанула сейчас. Хорошо, хорошо. Спасибо тебе, Юр. Спасибо, что предупредил. Спасибо, что поддерживаешь молодых. Без организации тут на самом деле ничего бы не получилось, потому что это важно. Погодите, а как у нас система? У нас получается вообще часть игроков на Старлайне с прошлого сезона, часть прошли с квалификации четырех. И сколько-то молодых будет участвовать. Вот мастер Вася лезет на крип. Зачем-то дерется в лоб, вместо того, чтобы вот сюда запрыгнуть спокойно, занять позицию около рампы, например. Причем здесь даже овера не висит, чтобы контролить все это дело. Так, залетает рипера опять под плетку. Линги куда-то там убежали. Куда здесь даже ЦЦшки нет? Две заказаны сейчас ЦЦхи, конечно. Опа, а вот это уже опасность. Мастер Вася причем не видит. Здесь передроп такого хорошего количества лингов. Пошел еще дропчик. Забегают линги, КСМ и под ударом. Надо сваливать отсюда рабочими. Рабочими надо уезжать, наверное, навстречу другим реперам бы было бы сейчас. Пытается сцечку отменить. Зачем ты это делаешь, Вейв? Что ты творишь? Мастер Вася на халяву просто всех лингов убивает. Здесь Вейв законтролился против риперов, которые вот здесь вот в центре находятся. Гранат хорошо кидает мастер Вася, нужно сказать. Ну это, кстати, вот это для него может быть переворотиком небольшим. Почему? У него 30 сэшки сейчас будут. Там две базы без технологии практически у Зерга. И плохо. Третью хатку все-таки заказывают. Твоих ресурсов много накопилось. Ну, видно, контроля не хватает. Заказываться везде.
Вася, Вася, куда ты лезешь? Пытается от риперов уходить, гранаты. Ой, от лингов пытается уходить, гранаты кидает. Неплохо, мастер Вася. Ну-то еще б чуть-чуть бы и вообще бы замечательно получалось. Но все-таки что-то не хватает здесь. Риперы все уничтожены вейвом в итоге. Лингов очень прям много он как-то строит. И мастер Вася еще не успел боевого лимита помимо лингов отстроить. Вот в чем печаль. Ладно, потом разберусь с системой. А что за челленджер? Типа две стадии Старлайна будет, что ли? Я еще не понимаю. Или челленджер для молодых именно. Так, оверам нужно подлететь сюда. Два дроп-овера висят рядом. А линги грызут депошечки, причем прогрызают. Это минус мастер Вася, ребята. Где он пишет? Ну, как-то неуверенно отыграл. Казалось, сейчас все было хорошо до этого, но... Что-то не хватило. Милку Уэйва ждем. Так, ща я... Тут же Финити мне начал флудить тут сайт. Иди играй, кумир. Сейчас я позвоню, ребят, и приду к вам. Так, звук я тут отрубаю что-то.
Так, короче, минуту просит. Тут Вейв, ребят, позвонил. Я сейчас, в общем-то... Фу, ребят, погнали, погнали. ГГ Вейв. Медоед гипсокартон. Это Милка, короче. Короче, ребят, помните, что поддерживать надо меня и мой канал, естественно. Сегодня будет еще один ивент, это Гаунлет, но я его, скорее всего, не буду стримить, потому что хочу прогуляться. Честно говоря, за последние дни очень сильно прям устал, плюс все 4 дня там турник в Русе тренился. Немножечко надо отдохнуть. Так, понял про челленджер, Юр. Прям какая-то адовая гигантская система у нас, это прикольно. Надо призовой посерьезнее собирать, ребят. Помните, поэтому что можете поддержать данный турнир так же, как и меня и мой канал, что тоже необходимо, естественно. Вот. Милки Кау, ты путаешь Милку с Милки Кау. Милка Процессом всегда был, есть Милки Кау, есть Милка. Вот. И вот он бьется с Зергом с никнеймом Wave, который только ничто недавно пробрил в предыдущем матче Бу-2. Я Бу-3 ставлю, Бу-2 на этом нету интерфейса, к сожалению. Вот. Пробрил Мастер Васю 2-0. До этого Мастер Вася 1-1 сыграл с... кем там он сыграл? Один на один, точнее, с Хариусом, да, с Хариусом. Так, привет, Бомбит. Завтра буду стримить, стараться все. Я не знаю, правда, вот завтра Веск в 7 утра начинается, но пока не анонсировано на Team Liquid ни одного стрима почему-то. Я, честно говоря, не знаю, ребят, почему. Вот. Не знаю, короче. Так что насчет утрова, не знаю, ничего вам обещать, ничего не буду, потому что хрен знает, что там будет, вот. Ну, я, наверное, здесь спать дома лягу тогда, если просто встать и проконтролить. Если там что-то будет, то я начну стрим, если нет, то нет. Даллас 989. Все премиумы нормально покупают сейчас, как бы, что-то у тебя там не то, если честно, по
попробую обновиться, либо через другой браузер сделать, ты что-то делаешь не так. Либо, если хочешь, как бы... Так, премиум теперь покупается. А, ну если хочешь, я могу тебе, в принципе, купить, ты мне что-нибудь, ну, куда-нибудь скинешь просто эти деньги, и все, например, так, ну... Это уже усложненный вариант. Так, у Милки тут прокси гейт какой-то пошел. Опа! Вейв пробегает и сейчас палит все просто. Это провал. Можно все отменять, что Милка и делает. Достраивается роб. Надо выходить в Нексус. Павел Погарц. Бот 2 может быть в группе. Например, даже в футболе бот 2 бывает. Там просто как бы тех же лигах чемпионов, да, там домашний матч, как бы, и гостевой бот 2 получается, да? Может быть ничья. 1-1, например. Так, здесь пилончика одна собачка догрызает. Подстроил лингов, вейв много реально. 8 дронов еще заказ. Здесь Беллинг Нес сейчас кугать будет. Будет лейер сейчас готов. Я чуть не понимаю, в какой именно микс он играет, единственное. Так, адепт на ксилнагу приходит. Контр забегания лингов идет. Сейчас 2 пилона будет. Можно увертить. Так, фил пошел. В такой ситуации фил лучше ставить на сам пилон, чтобы его быстро не покусуть бы было бы. Так, здесь адепты заходят. Куда они заходят? Чё Милка делает, я не понимаю. Все, Нексус, про Нексус забыть, можно отменить его. Адепты заходят на третью. Остальные телепортируются на мейн, насколько я вижу. Зачем они на третьей нужны, если здесь рабочих нет, не знаю. Вот нужно было в минеральную линию абсолютно точно врываться, Милке. Так, здесь билды еще пошли, адепты бьются. Так, не, ну Милки третий Нексус установить, у него все нормально, в принципе, будет, как бы. Видит Бейнов прекрасно здесь. Надо сваливать отсюда. А, здесь еще, и посмотрите, здесь дроны-то вон где стоят вообще. Ну, не вовремя иллюзии послал, все адепты потеряны. Так. Так, третий Нексус здесь ставится. Уверчарш очередной. Сколько гейтов у Милки? Гейтов 3 штуки. А, не, 4 штуки. 4 гейта. Это маловато. Нужно Нексус уходить. Хорошо, Даллас. 9-8-9. Напишешь. Может быть, там и починят все, в принципе, не знаю. Неплохо тут бейлингами бомбит овер. Привет, демон 07. Так, забегают. Забегает Чейдлинги, что помощника снял, выкатили новый сайт, и как раз я под, ну, новым сайтом, в общем-то, ну, там все изменил, удалил с тех, кто редко заходит просто. Тут зачем тебе помощник, все равно ты как бы редко бываешь, плюс... Ну, да, толку мало там оставил, только тех, кто постоянно присутствует. Вот.
Такие дела. Короче, здесь четвертая хата уже начинает добываться. Глокок у тебя есть? Масс, роуч, прям там у Вейва что-то много очень ресурсов, но сейчас supply блок будет, оверов. Что-то нет особого до заказа. Так, еще тут версирочки рядом. Милка сам пытается в четвертый Нексус, видите, как вы видите. Адепт Архона, какой-то у него странный микс. Сейчас будет Шторм. Вот Шторм очень сильно, кстати, поможет здесь. О, против этого микса очень Шторм сильно поможет. Смотрю, Милка тут может и втащить побольше Пиму и Мортлу. Сюда бы еще штучки 3 бы подмешать бы в этот микс. Так, неплохих два шторма. Вот смотрите, как шторм работает против этого микса. Просто великолепно, на самом деле, он работает. И Милка вместо того, чтобы пойти просто вперед тагрить Зерга, обходит с другой стороны, со странного вообще направления сейчас абсолютно. Так, еще шторм пошел сейчас. По Мазеркору фаерболы пошли, не успевает Милка увести. Мазеркор отсюда идеально шторм сейчас по Беллингалингам проходит. Прямо вообще хорошо заходит. Четвертый Нексус жив, Лингиш фокусили его. Что случилось вообще? Так, продолжается бой. Может, не то, что он пошел по релодерам, неплохой, что он прошел сейчас. И по пустому месту еще один. Можно сливать уже вот этих двух точно. Этого можно оставить, товарищи. Ворпануть еще несколько, чтобы энергию копили. Так, в это время призма приходит. Вот когда ты с зергом так дерешься эффективно, у тебя 200, просто всегда надо просто идти вперед, как бы. Тянуть вообще бессмысленно. Он построит люру, он построит всякую херню там, и ты ничего с ним не сделаешь. Но, знаете, что у Милки провально? Так это грейды провальные у него вообще. Бежит, Милка, вот куда ты бежишь, Тэмон? Куда ты бежишь? Тебе уже пришли на третью. Все назад бежит. Вот камни прям пою, давайте пробивать будем. Архоны походят по фаерболам очень жестко. Штормы падают, в принципе, неплохо, но здесь уже Нексус третий падает, очень проблема. Туда-сюда ходит Милка, просто на ровном месте сливает игру. Вместо того, чтобы выйти нормально, подраться в центре, он куда-то бежал. В итоге, блин, встал в такую позицию, где все фаерболы идеально попадают, где все идеально в него попадает, блин, вообще. Адептами, вот иллюзиями, вместо того, чтобы выйти, остальным юнитам дать выйти, никуда не выходит. В итоге 130 на 200 после этого замеса по лимиту. У рабочих больше до сих пор осталось, что прям удивительно. Штормовички еще подварпились, можно подстоять, ими 75 скопить. Сейчас будет через четвертый Нексус уничтожен, то это все, пишем, уже выходим. Заходит сейчас. Принимает. Нападает на четвертый Нексус. На третий тоже врыв идет с приростом. То есть 190-150. Развели Милку просто на ровном месте. Просто на ровном месте, блин, развели. Thank you.
Так, штормы просто такие демеджи в этой игре, штормы наносят, конечно, просто жесть. Развернись ты, подерись, куда ты, блядь, бежишь-то уже, ё-мо, куда ты все время бежишь, ты же боец, каратист, там, или кто там, Милка, бежит куда-то. А если тебе щи будут ломать, тоже будешь бежать все время, что ли? Прям бежит, меня аж прямо дрожит, блин, куда-то все бежит, бежит. И все, и бежит дальше, Милка, ну подерись ты, пусть юнит это подерутся, здесь никто тебя бить не будет. Ладно, ребят, это был. Кто-то сегодня поддерживал мой канал там. Анкл Влад, по-моему, на Сбер там везде. Больше экспрессии, больше эмоций. Вот вам, пожалуйста. Ну тут просто не может быть иначе. Я просто не знаю, что делать. Так, вошел инвайт, захожу. Не, самое главное, что Милка, вот что мне нравится, то есть всю игру просто выигрывал, как бы, все было просто прекрасно, блин. Достаточно было хоть раз на, ну, на клике подраться и выкинуть штормы, все. То есть лимитов всегда было почти больше, чем у Зерга, даже что по грейдам отставал. Ну куда постоянно бежать, как, блин, позиции кривые, блин, вообще просто жесть какая-то. Ну что, следующая игра начинается, погнали, короче.
1-0 вейп ведет. Два гейта от Милки в этот раз, ребят. Так, короче, что-то, ребят, я, блин, уже реально подустал, подвисаю, поэтому маленько, ну, надо отдохнуть сегодня, ребят, поэтому после вот этого игры я прерываюсь. Болейте за Блая, за Стрэнджа, там будет турнир, где они будут играть, но я, честно говоря, не планировал вечером стримить, я постримил, если бы они пораньше играли, но в 8 часов это как бы, я постримлю, мне и спать сразу фактически надо будет ложиться. Вот, а я хочу немножечко отдохнуть сегодня, ребят, поэтому такие дела. Здорово, Гек, спасибо тебе. Вейв идет вперед, у Милки стенки нет, ни хрена тут нет. Или здесь пилон закрыл? Да, закрыл вроде пилон здесь. Пошли реводжеры. Два адепта зелок здесь. Куда-то спешит, Милка выставляет уверчаш. Куда-то спешишь, хотя увера подрейся. Хорошо. Саплай блок у Зерга. Фаербула на центральный пилон. Не понимаю, Зерг с ним хуевает убить ему. Милка дублирует стенку там уже. Сейчас еще новый адепт будет. Еще сталки строится один. Кажется, Милка здесь готов отбиваться. Или не готов. Реводжеры падают. Да нет, здесь Милка отобьется, я думаю. Достаточно легко он должен отбиться. Так, Зелок встает в проход. Не пускает некоторое время Линда Фроучи. Ну, в итоге они все-таки проходят. Но через 3 энергии оверчаж будет, ребят. Это беда. Ставь оверчаж, Мик, что ты делаешь? Хорошо, оверчаж, все здесь, все уничтожим. Это пишем ГГ, выходим, называется для Зерга. Ну, Зерг пока не сдается. Лингами пытается забежать. Здесь надо просто встать проход и все. Я вообще не понял, почему Милка сразу здесь пилон не ставил, здесь проход не оставил. Нахрен он сюда пилон ставил, а проход здесь оставлял, в этой стенке. То есть должен был все изначально наоборот сделать, как бы непонятно. Действие.
его стороны. Бэлент Нес делает, попытается Бэлент Баст еще сделать у нас, так понимаю, лейф. Ну, здесь Оракул летает, в общем-то, ломает рабов. Снимается энергия, залетает на мэн. Здесь еще рабочий пытается пробрить Милка. Пробреет много рабочих. Пока что 5. Улетел, в общем, Оракул. Можно еще одного построить для обороны. Есть один, это уже неплохо. Гейт и открыт давно. А, точнее, варп давно есть, но гейт почему-то один не открыт. Привет, Last HP. Хороший фил, кстати, куколинга попалась между зилком и филдом. Линги были поломаны. Куа филды выкинул. Бейлинги еще не пришли, взял, выкинул все филды. Прям меня. Ну, 70-33 строит ИГГ для зерга. Один был там на мейн чудом каким-то пробежал. ГГ пишет вейп. Так, короче, ребят. В общем, я буду закругляться. Сейчас еще раз обновлю. Завтра у нас веск... Так, что за лан-эвент? Не знаю, что за лан-эвент. Короче, завтра у нас веск плюс... плюс Shoutcraft Kings будет вечером. Во сколько? В 15.00. Не вечером даже, в 15.00 будет. В общем, приходите завтра, будет интересно, безусловно. На сегодня все, ребят. Надо отдохнуть, мне молоко еще домой надо купить, короче. Забей, Милка, короче, все нормально. Тренируйтесь, все будет хорошо, короче. Всем пока, за поддержку громадное спасибо, за все спасибо, увидимся. А ты тут будешь.